А вы знали, что школой управляет не только директор? Еще школе помогает стать лучший управляющий совет. В управляющий совет могут быть избраны родители, ученики и педагоги. На заседании управляющий совет принимает различные решения и пути развития. Выбрать лучшее питание для учеников, как поощрить лучших ребят, которые достигли в обучении особых успехов. Какие предметы можно добавить к основным, какие кружки открыть в школе и сколько они будут стоить, и в том числе продленка. По какому графику будут учиться дети, сколько дней будет длиться учебная неделя, когда будут начинаться и заканчиваться каникулы, на какие цели будут расходоваться средства школьного бюджета. А еще совет занимается разрешением конфликтов и разногласий между педагогом и учениками, педагогом и родителями и другими вопросами школьной жизни. Решение совета обязаны исполнять все. Подробнее об управляющем совете можно узнать на сайте школы.